Герб Магаданской области украсил флаг первых международных спортивных зимних игр «Дети Приморья». Торжественная церемония встречи знамени и нанесения герба на спортивное полотно состоялась в столице Колымы. Поддержать юных магаданских спортсменов, участников игр «Дети Приморья» и встретиться с главными символами спортивного мероприятия – волчонком Ханни и зайкой Усей – в спорткомплекс «Президентский» пришли десятки людей. В первых международных играх «Дети Приморья» примут участие 10 колымчан. Это представители двух видов спорта – лыжные гонки и горнолыжный спорт. Сейчас у юных лыжников Магаданской области идет цикл активных тренировок. Хранителям флага предстоит побывать с эстафетой на Сахалине и провести ее международный этап, посетив Пекин, Ташкент и Минск. Завершится она 19 февраля в Владивостоке в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» на торжественном открытии игр.